Начался второй тайм. Смачевский Артем. Заброс. Проходит этот заброс. Еще же. А что мы попробуем-то сейв? И отличный момент. Конечно же, превосходно. Просто заблокировал замыкание дальней штанги. Чем на самом деле, я надеюсь, разбудит игроков обороны команды СЛК. Потому что не доигрывают сегодня, откровенно говоря. Как-то спокойно у них все. А ведь счет 4-0. Грищенко на Пхаёвова Александра. Вадим спокоен. А от був близький головко Руслан до того, щоб забити, насправді. Ну так, да, на воротах нікого. Тільки перебрось. Ну, я думаю, що на самом деле пора підключати повноцінного п'ятого. 4-0 все-таки. Це такий серйозний счет. Б'є він по мотивації, по психології ігроків. Но поки що СЛК цього не робить. Ну, можуть вони п'ятого підключити. Все поміняється в цій грі. Как думаешь, Костя, будет это все? Я думаю, что рано или поздно это трапится. Питание в том, что коли. Активнее Сороки сегодня в отборе. За счет этого, конечно, удобно им играть на контратаках. Конечно, радует то, что Остапенко вернулся. Еще бы котик восстановился, вообще было бы хорошо. Да. Цікава передача, і вона все-таки проходить насправді. Космачевський мається там самостійно якось пробитися. Я добрав м'яч Грищенко, хорошо. Хайовий. Примічук. А от зірою до стука. Примічук на Грищенко. У нас тут такой небольшой свисток. Від Чумакова, який так натякав, що треба. Понервничать заставив. Сорок, що там, що там? Прихоплює, значить він дещо скидає. Головку бореться з Гельбриним, проходить тут так тичками. Сьомак на ударний. Ні, левой ногой і как-то срізався м'яч, откровенно говоря, уже. Ходив із-под ноги. Хаёва Александр Алексеевич, капитан, и на самом деле на воротах никого. Вот и подключение того пятого. Как будто понимает все-таки, что уже пора. Но очень не просто будет. Нужен надежный контроль сегодня для СЛК. О, продолжи далее. Сейчас мы узнаем, к сожалению, номера нету. Господа, это кто забыл? Фамилия. Что, мы помылялись в первом тайме. И увеличивает счет. Вот, казалось бы, таким не сильным ударом, но настолько неудобным, каким-то, я бы сказал, непривычным замахом, достаточно даже корявым. Как так получилось, я бы сказал, сумбурно, видимо, для предсказания, но настолько эти удары эффективные, потому что неудобные они, под голкиперу сложно подстраиваться. Перемичук, Чумаков, Перемичук. Феноменально они разыграли пятого вместе с Диденко в прошлом туре. Сегодня вот пробуют с Чумаковым. Я скажу честно, может поменяться сценарий, если будет так попадать. Но чего-то не хватает в контроле сегодня. Ты думаешь? Да, я просто скажу, чего-то в общем контроле не хватает. Вот той надежности, которая была. А это желтое, и это пенальти. Ну что ж, можно сказать, да. 5 мячів точно вже ніхто не відігрував, а 6. Ну, видимо, жовта не буде. Пенальті вирішили ограничитися ударом 6-метровим, який уж відразити непросто. Буває, звісно, таке, що блокують, відгадують. Посмотрим, як буде зараз. Арбо! 6-0!
Забываем Сёма Павло. Да. Ну, 6 мячів то точно ніхто не відіграв, що на нашій пам'яті. І да. За такої гри, мабуть, за 15 хвилин мало шансів ось така відігратися. Ну, такое ощущение, що це стоїть вопрос о том, уже заб'ють ли, потому что как-то, ну, уж явно будут неудовлетворенными от этой встречи. Казалось бы, и сбор неплох. И настраивались, готовились, разминались, пораньше приехали, а чего-то не хватило. Удар, штанга, добывание. И не идет, откровенно говоря. Вот потихонечку ведь приблизились к тому момент. Да, потому что после Богачука, значит, штанга. Просто отбывается. Чумаков. Как ты говоришь, прогрел, только прогрел своего. Чумаков повалил просто Деребичука на землю. Що робитиме до сюди? Ось. Контроль-то ніби непоганий, але, що правда, і можливості якось гостро завершити акцентовану атаку поки що не було. А от слабая передача, Клепіков прочитав і не бив. Отобрав чисто Гришин. Але тільки Клепіков вийшов. Тому що все було, і трішки забув бутався. Все швидко міняється. С таким сбором Сороки, конечно, это совершенно другая команда. Вот что я скажу. Во втором круге будет интересно играть, если удастся им так собираться с соперниками. Клепіков. Сима. Не было здесь фола. Али и был. Нет, все-таки фиксирован. Мне кажется, что в этой ситуации все-таки не было фола, но... Ну и Чумаковский уже так само думает, тому пришел спорчаться с кипером. С рефери, я перепрошу. Кипер пришел спорчаться с рефери. Пусть рефери вирішили думати. Ну, здесь какая-то не очень командная работа судьи, я бы сказал, потому что... Но как есть. Чумаков правее сыграл, Вельмійчук. Стапенко хоробро рай на виході вибиває. Чумаков, Гельбрин, Чумаков, Дремичук, ой, прошу прощения, Покаёвый, как-то я сегодня на Александре частенько ошибаюсь, что такое, Гельбрин, а вот тоже Дремичук, какой контроль демонстрирует, ну очень плотно, прям штрафной располагается Сороки. Гар, ну крайне точный. Ну, справді не вистачає якихось гострих завершень, і несподіваних, можливо, рішень від СЛК. Да. Мені кажуть, все передбачувано і через це все робить. Поперек поля спокійно відбувається. Я согласен з тобою на всі 100%. Сьома. Клепіков. Елегантно проходить все-таки там по флангу. Ну, ось кого не вистачало дуже сильно, мені здається, 40-й тім у першому колі. Це Клепіков. Далеко не на всіх матчах він зміг бути присутній. Да, і віддих вибило з колії. Видимо, далеко куда-то їздив, дві тижні ми його, як мінімум, не бачили. Плюс Сьома дуже класно вписався, додав остроти команді. Вот этих самых завершений, которых сейчас не хватает для СЛК. Ну, я думаю, что... Ну, матч... и не фарт присутствует все-таки на завершающих стадиях у СЛК. Вот я скажу, что были у них моменты. Да. Чего-то не хватало. Вот тут мне уже сложно сказать, чего. Красиво. В огромном опыте сыграл. Ну, а я тебе скажу, не видел в этой ситуации Сёма, да. На самом деле, Вадима.
дуже гостро виглядав цей момент насправді. А от здесь как-нибудь немножко хитрее, как-нибудь немножко креативнее. Более прямолинейно сыграл Гельфрин, и Остапенко, видимо, прочитал эту ситуацию. Дуже дальний Гельфрин, знову чмухав м'ячем. Здається йому. Недоволен исходом. Завелся немножко. Возможно, даже эти лишние эмоции мешают ему играть тот футбол, который он может. Хотя вот свои полевые качества показал. И заработал таким образом на осмотрение судей штрафной. Ну и пока я выготовил его выйти. Ну, силой все было нормально, а с точностью не совсем. Как легко. Цікава в нього манера, насправді, не перше я бачу. Он очень легок на ногах, двигается непредсказуемо и как будто сумбурно. Да, есть эти проблемы. Я как раз хочу сказать, что ніби незграбні его рухи, хотя насправді виявляється, що досить ефективні. Неудобен для защитников. Ну, я думаю, что... Ты знаешь, мы преодолели на самом-то деле вот уже эту 10-минутку второго тайма, 31 минута сыграли команды. И я тебе скажу, что не скажу, что приближается СЛК, да, было пару моментов, но вот как будто не хватает какого-то желания сегодня сыграть в тот футбол, который мы привыкли от них видеть. А вот Сороки, по-моему, у них его слишком много. Еще ты заражаешь, еще бачу. Нет. Виктория Застапенко, и скажу, обидвое отримали какие-то сходження в этой ситуации. Я думал, честно говоря, что тут без травм будет. Как-то так вроде и не грубо пошел в вратаря. Но да, оба... Уже Багачуку доведеться все-таки пятины с поля. Ну що, знову на ворота стає Сьомик. Скоже, вирішили поберегти, мабуть, Остапенка, чи отримав він все ж таки якісь неприємні ушкодження. Передає там суперникам м'яч Сьомик. Фейерплей. Служені обласки. Как в Маниле-то, Артема, пустые ворота. А левой ногой не так комфортно пробить. Не дуже поспішають СЛК. Таке враження, що трошки, мабуть, справді забракло їм мотивації виграти за такого рахунку на користь Сорок. Ну, а Сорок, схоже, всіма силами намагається покращити свою статистику. І голову, і бомбардирську, і взагалі качество футболу в цілому. Протягнути до Космичевського, ну, Служенко б'є, робить все ж таки сейв. Чумаков. Ну, було це непросто, я думаю. Красиво Веремейчук проходив, ну, останавливає його здесь Головко. Артем Космичевський. Постріл. Воно. Подсказывают партнеры, что с ударом можно, Артем, с ударом, но решается доиграть в пас этот момент, завершить его как-то разыгрывание. Ну, я бы не сказал бы, что как-то долго разыгрывали, а вот вовремя подключился Грищенко. Каевый, Веремейчук. Хорошо отыграл. Грищенко снова с мячом.
А ты говорю, тут на Чумакова за центром поля можно играть в пас с голкипером. Вот понадежнее здесь нужны передачи отдавать друг другу, пожестче прежде всего. И более непредсказуемо. Чумаков с мячем. Пасовые. Виталий Нахрыщенко. Как же комфортно обороняться своей штрафной. Сорока. Артем пробирает, но отталкивали его немножко. Едва фотографа нашего не залетел. Слава богу, обошлось. Чеховый флоп. Реструс Бука Сурка. Далеко вперед. Да, Чумаков, але перехоплює цей м'яч. Смачевський Артем. Грищенко, Чумаков, Грищенко. Снова Чумаков. Но это не то, что нужно для того, чтобы забить. Как-то вот очень линейно, спокойно перепасовывается. Не знаю, что придумать. И у нас гол. Перехопив і на повній швидкості, те, що називається, пробіг до воріт суперника і спокійно забив. 7-0. Наверное, у нас сенсація на самом деле. Давненько не було таких рахунків. Ні у кого, мені здається, з матчів Сорока. Якось так трапилось, що Сорокам, мабуть, справді дуже зручно було грати із сьогоднішнім своїм суперником. Навіть не знаю, чим це пов'язано. Можливо, Злокана в тій топовій формі, які хотілося б. А можливо, 40 років хороший збір. За великим рахунком змогли виставити сьогодні. Клепіков надіжно грає. Незручний, я думаю, удар для Чумакова. Тому довелось проводити на кутовий. А ведь пустые были ворота. Не стал бить Веремейчук. Каёвый. Веремейчук. Прям как будто пати какой-то было у СЛК вчера. Ну, совсем на себя они не похожи по контролю мяча. Думаю, переправить одним доторком Грищенко. Даже в таких моментах вот это нужно обрабатывать. Не встречал голкипер. Можно было развернуться. Смачевский Артем, левее Клепіков. Хорошо нашел пространство, отдаст ли передачу, отдает, видит эту передачу. А вот завершально этого немає удару, щось бросает. Все по-прежнему нету, да, вот какого-то такого, да и желания, я бы сказал, вот в игре сегодня мало у футболистов, нет завершения за счет того, что как-то, как будто не знают, что делать. Знаешь, как вот, как говорят вот у людей творческих, пауза какая-то, есть нету вдохновения, дабы замыкать эти. Делать рывки какие-то. Казалось бы, зачем? А потом опа, и ты оказался вовремя там, где нужно, и замкнул. Вот этого где-то немножко нет. Або воно було це бажання, але згасло під негативним тиском рахунку. Та не на користь. Так, все-таки, как ни крути, счет убивающий. Зараз Силка. Бачили ми, чули ми такі коментарі. От Ресі Чернашевського, Сьомака. І от якраз він перехоплює цей м'яч. Звучить фінальний свисток нашого матчу. Да, как-то немножко раньше прозвучало, чем 7-0. На 10 секунд, на 20. 7-0 в пользу СЛК.